На протяжении 3 лет бобруйские любители футбола не видели высшую лигу. В прошлом сезоне Белшине не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вернуться в элиту. И вот 2019 год стал переломным в истории футбольного клуба. Новый тренер, опытные игроки и амбициозная молодежь. Все это в совокупности дало результат. Наш футбол возвращается, и что самое главное, с первого места. Сложилось плохо, все-таки заняли, выполнили задачу, заняли первое место, поэтому все рады, довольны. Болельщикам спасибо большое, потому что они очень нам помогали. Болели и дома, и на выезде. Они вообще молодцы, красавцы. Не только чемпионством может гордиться Белшина. Еще один повод для радости связан с Александром Юшиным. Наш полузащитник стал лучшим бомбардиром первой лиги, отгрузив соперникам целых 26 мячей. Как видите, сезон сложился отлично. Для меня он сложился самым наилучшим образом. Я очень рад. Сейчас на таком, так сказать, эмоциональном подъеме. В любом случае, один бы я бы ничего не сделал, один в поле не воин. Это заслуга не только моя, это заслуга прежде всего и команды, и тренерский штаб, и руководство. Поздравить игроков и тренерский штаб приехал и генеральный секретарь Белорусской Федерации Футбола Юрий Вергейчик. Шустиков, Разумович, Кукор, Хрипач, братья Градобоевы, Хлебосолов. Ребят, какие они кружева прили, вы даже не можете себе представить. Поэтому я бы с большим удовольствием хочу вам пожелать вернуть вот эти лучшие традиции и, естественно, ту любовь болельщиков. Игроки должны думать только о футболе. О финансовом благополучии позаботилось руководство города и спонсоры команды. Вот и градоначальник поздравил клуб с очередным успехом. Говоря сегодня о нашей команде, можно долго говорить. Но самое важное, были и взлеты, были и падения. И сегодня, благодаря усердию нашей команды, благодаря сегодня нашим тренерам, мы сегодня вышли в высшую лигу. Уважаемые друзья, это дорогого стоит. И благодаря сегодня, в первую очередь, и вашей поддержке, мы имеем сегодня такие результаты. Но кульминацией праздничного вечера стало вручение золотых медалей и Кубка чемпионов первой лиги сезона 2019 года. Покажите кубок зрителям, покажите, как он выглядит. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.